Этой ночью мне все-таки тревожно, хотя о невозможности войны России с Украиной неоднократно и давно сам я заявлял. Россияне что? Русскую пословицу поймут. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Мне все-таки представить сложно. Ведь не приходилось слышать мне ни разу о ней какой-нибудь, чтобы вспоминал. В России интеллектуал. Вот такая вот ситуация этой ночью.